О настроении и испытываемых чувствах, наверное, спрашивать вас нет смысла. И тем не менее сейчас, когда эмоции, после того, как вы узнали о присуждении столь высокой награды, немного поутихли. О чем думается, что вспоминается и на чем будет основываться ваша ответная речь на церемонии награждения? Вспоминается хорошая работа в течение 30 лет, практически, сколько я здесь тружусь. Вот, ну, награда это мной рассматривается как некий аванс за то, чтобы сделать будущие работы. Объем работ, предстоящий сейчас перед коллективом подразделения, которым я руковожу, очень большой. Большой государственный оборонный заказ, поэтому предстоит много работать. Вот об этом сейчас и все мысли в ближайшем будущем, как выполнить такую достойную большую работу.